Выбираем вуз по навигатору. Агентство социальных исследований «Социальный навигатор» при поддержке Общественной палаты Российской Федерации подготовило информационно-интерактивный ресурс «Вузы России. Навигатор. Абитуриенты 2014». Навигатор дает информацию будущим первокурсникам и их родителям о том, на каких условиях и с какими баллами поступали в различные вузы на те или иные специальности абитуриенты прошлого года. Так будущий студент сможет сравнить данные по различным условиям приема в российских вузах и выбрать именно то высшее учебное заведение, которое ему подходит по качеству образования и стоимости обучения, а также получить информацию о результатах участия вуза в международных исследованиях.